Привет, друзья! Ну что же, подошла к финалу работа над «Хищником», который недавно вылез у меня из 3D-принтера. Начался процесс раскраски, обо всем по порядку. Беру вот такой вот металлик от «Пацифика» и начинаю раскрашивать все такие вот металлические элементы. Сразу хочу сказать, эта краска от «Пацифика», вот именно металлик, нравится мне больше всего. Она имеет очень хорошую укрывистость. Вот вы видите с одного раза, как здорово она все закрывает. А затем я перехожу к росписи вот этой, ну как ее правильно назвать, кожаная накидка, которая на пояс. Тоже беру краску от «Пацифика», какого-то там коричневого оттенка, более-менее, которая должна походить на кожу, и расписываю вот так вот эту кожаную накидку. Ну а дальше все у меня пошло совсем не так, как я задумал. Начал рисовать его тело, и совершенно как-то оно имеет какой-то близко человеческий, так можно сказать, оттенок. Вот такую краску я брал. Мне это не понравилось, и я тупо взял коричневую смывку и начал по этой краске возякать как бы коричневой смывкой томиевской. И получился тоже не такой результат, который мне нужен был. Вот он, как бы тело у него получилось такое темное. Если смотреть кадры с фильма, то у него там все-таки более светлая кожа. Примерно вот как сверху видите, вот такого вот оттенка. Такой оттенок я вот этими двумя красками от «Пацифика» добился. И верхнюю часть покрасил, и то же самое коричневой смывкой, как и внизу, я сейчас буду проливать. Скажу, совсем не тот, как сказал ранее, эффект я хотел получить в плане окраски тела. Ну ладно, это моя по сути первая серьезная работа, будь что будет. А затем я раскрасил вот эти вот дреды, да, или как они правильно называются, ну голову я чуть-чуть там тоже ему прокрасил, сетку черной красочкой от томиевской, вот это вот X18 я прокрасил, дреды то же самое, это же краской черной, и вот эти вот оранжевые вставки, вот такой вот «Пацифика» красновато-оранжевый, я вот эти вот на дредах штучки раскрасил. А вот для тоненьких элементов очень хорошо вот такая вот кисточка от Minimum War Paint подходит, 2.0, ей очень удобно раскрашивать какие-то мелкие детали. Отдельная тема – это роспись глаз. Ну, мне сложно судить. Мне тоже они не понравились, и вам, думаю, тоже они не понравятся. Ну, как говорится, обратного пути нет. Затем я перехожу уже практически к финальной части работы над ним. И подставку вот таким земляным оттенком я раскрашиваю. Потом беру томиевскую XF84. Раскрашиваю вот этот вот камень. А затем, чтобы хоть как-то придать глубину, объем этому камню, я вот так вот беру какую-то от «Пацифика» серую красочку, обмакиваю, и это называется вообще эффект сухой кисти. Вот так вот я практически сухой кистью сверху легкими движениями пушистой кисточки прохожу, и чтобы вот такие вот светлые элементы на нем появились. А затем я беру черную смывку от «Томии» и проливаю уже вот этот вот, ну, как бы камень это смывкой, и выделяются все углубления, щербинки, вот эти вот выемки, тем самым и еще больше придается такой как бы эффект глубины и объема. Землю на подставке я тоже решил чуть-чуть, чтобы она не однотонная не была, высыпать вот такой вот ниговской смывкой взял и тоже практически сухой кистью так сверху прошелся. И тоже смывкой томиевской я уже выделяю, чтобы была подчеркнута структура земли. Вот такой вот кусочек мха у меня есть настоящего, и я решил сзади тоже на подставке его приклеить на ПВА, чтобы более красиво подставка выглядела. И
в конце уже я вот эти вот лезвия прохожу маркером Chrome, который был куплен на AliExpress за 200 рублей. Он практически такой же, как Молотов. Не практически, а точно есть такой же Молотов, как маркер Молотов, только стоит он в два раза дешевле. Очень хорошее хромовое покрытие он дает. Ну и вот вы видите уже финал работы. Вот такая вот подставочка у меня получилась. Сейчас вы увидите его глаза вблизи, вот такой вот удивленный взгляд. Ну, не знаю, как правильно их рисовать. И так, такой совет дам, наверное, сам новичок, что для новичков лучше вы берите какие-то фигуры сначала без глаз, либо там пускай это будет какой-то в черном, ну, в темных очках или в чем-то таком. Сначала потренируйтесь в технике покраски там. Тоже набейте руку, а потом уже беритесь, наверное, за фигуры так, с глазами. Ну вот, друзья, результат. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки или дизлайки, там, комментируйте, приходите в телеграм-канал, ссылка будет в описании. До новых встреч!